сейчас директор поликлиника, он еще в Лондоне. Я жду пока от него ответа, и вот все будет дальше действовать. Я сказал, ну, надо будет там перевести документы на русском языке, паспорт, там, медицинские анализы и так далее. На русском языке надо будет перевести. Скоро я тоже ей отправлю денег для того, чтобы покупать сиденья. Ну, коляска. Вот. Вот такие, ну, такое. Ну, дорогая коляска? Ну, более-менее, да. Ну, а с визы что-нибудь? С визы пока невозможно, потому что надо сначала сперва получить ответ от больницы. Они сами будут делать приглашение. И на основании приглашения мама будет там ехать в посольство, российское посольство в Габоне и делят вот визу. Даже сейчас она типа мне говорит, ну откуда эти деньги, это чистые деньги. Она удивлена, конечно, прикинь-то, сколько не было. Потому что она, наверное, до сих пор просто не верит, что вот так вот такие деньги могут так просто достаться.